Здравствуйте! Сегодня в этом видео мы с вами прогуляемся, поедем на электричке из Чимитаквадзе в Сочи. Сегодня у нас стоит великолепная январская погода. Сочи, Лазаревский район, поселок Чимитаквадзе, 15 января. Ночью было 4 градуса. В 7 утра было 4 градуса, в 8 утра в Лазаревской уже было 7 градусов тепла. Стоит великолепная погода, так как Чимитаквадзе сортировочная станция. У нас один путь электрички ходят на север, первый путь, второй путь электрички идут на юг. И на третьем пути все время стоит, все время, не все время, а в зимнее время года, стоит состав, так как называется сортировочная станция. Вы видите, если посмотрите налево, видите Черное море. Итак, сегодня мне нужно по работе съездить в Сочи, и заодно я вам запишу небольшой обзор основных достопримечательностей, которые можно дойти в пешем, в пешей доступности от железнодорожного вокзала Сочи. Как бы убью сразу двух зайцев. И блог вам сниму, и свои дела тоже решу. Вот такой вот великолепный у нас вокзал в Чимитаквадзе. Вы видите, поменяли нам плиточку в том году. Целый год реконструкция была второго перрона. Сейчас у нас идет потихоньку реконструкция. До середины лета будут реконструировать первый перрон, который ближе к югу. И все, кто отдыхает, если вы отдыхаете в Чимитаквадзе, то в начале перрона была такая табличка «Остановка первого вагона». Вы ей не верьте. Нужно идти все время до чего? До ближайшего знака Чимитаквадзе. Сейчас буквально через 40 метров я как раз до нее дойду. И если вы ждете электричку на Сочи, то ждите ее не там, где остановка первого вагона, а непосредственно, где увидите такую остановку Чимитаквадзе. И как раз тут перрон, не перрон, а грузовой состав закончился. Сейчас вы увидите, какое море великолепное в Чимитаквадзе. По возможности я вам еще в этом ролике, вы увидите, ну, остановку Якорная щель, Лао, Дагомыс. И, наверное, ну, в Сочи тоже вы увидите вот такие вот остановки из окна электрички «Ласточка». Вот такой вот вы увидите у нас пляж Чимитаквадзе. Это напротив железнодорожной станции. Пляж гостевого дома «Гавана», он немножко южнее и пошире, чем этот пляж. Пошире в раза в два, чем сейчас вы сейчас видите. Море сегодня прозрачное, штиль, отличное море. Я уже заказал на Алиэкспресс новый градусник, чтобы измерять температуру. И ну, не через пару месяцев, а месяца так через 4-5 начнем потихоньку с вами замерять температуру моря, если вам это интересно. А многим это интересно, я хочу вам сказать. Так что давайте проедемся на «Ласточке» от Чимитаквадзе до Сочи. И немножко прогуляемся по Сочи. Температура вот такая вот. На самом деле на солнце тепло. В тени прохладно, а на солнце довольно-таки хорошо. Мне кажется, на солнце градусов 10 точно есть, но пар идет. Но на самом деле я вам хочу сказать, что летом, если вы ходите, если летом выйти, не знаю, тоже там в 5-6 утра выйти на улицу при температуре плюс 18 градусов, ну, ночью, тоже если сделать вот так вот, то летом почему-то тоже у нас идет пар. Если вы знаете, почему летом идет пар при температуре плюс 18 градусов, то тоже можете написать об этом в комментарии. Давайте смотреть. Так, еще раз хочу всех поздравить с Новым годом. Уже официально у нас и старый Новый год, и Новый год, и старый Новый год. 2020 наступил. Я еду в Сочи сейчас в первый раз на электричке. И хочу поздравить с тем, что электричка первым делом у нас подорожала. До Сочи теперь билет стоил там что-то 140 с чем-то рублей. Сейчас до Сочи с 1 января, ну, уже сегодня, ну, сегодня я поеду до Сочи за 152 рубля в один конец.
Это если поехать в Сочи, из Чимитаквадже в Сочи 152 рубля, а из Лазаревской уже будет около 190 рублей. Из Лазаревской в Сочи билет в один конец на одного человека. Дети до 5 лет едут бесплатно, с 5 до 7 лет они едут за полную стоимость дети. А тогда, когда у вас будет справка со школы, то, что вы учитесь в школе, то с 7 лет и там на время обучения в школе скидка 50%. Так что, что хочу сказать. Вот у нас проходит девушка, которая собирает за воду. Здравствуйте. Как вам выдыхается в Чимитаквадже? Отлично. Лайк ставит, значит, ей нравится отдыхать в Чимитаквадже. Она здесь и живет, и работает. Вообще уникальный поселок. Можно найти себя без проблем. Вот. Стоимость билетов. Если вы едете на отдых, то берите все время справку со школы, то, что дети у вас учатся в школе, и билет детям 7 лет и там до окончания института полстоимости. А в промежутке сейчас Жозефина ходит в садик, но ей уже 6 лет, но еще она в школу не ходит. Сейчас за Жозефину платим по полной, нету никаких скидок. Вот почему так, тоже можете написать в комментарии. Что за фигня? Ну, вот я дождался. Подъезжает электричка. Ласточка. Всего около 5-6 остановок. В Сочи я буду уже через 1 час и 5 минут. Почему 5? Меньше, она идет 59 минут. Вот она. Второй вагон. Якорная щель. The station Чимитаквадже. The next stop. Здравствуйте. Что такое? Здравствуйте. Это видео. Так. Станция Якорная щель. Следующая остановка. Ло. Station Якорная щель. The next stop is Лоу. Спасибо большое. Следующая остановка Дагомыс. The station Лоо. The next stop is Дагомыс. Следующая остановка Мамайк. The station Дагомыс. The next stop is Мамайка. Yes.
Станция Мамайка. Следующая остановка Сочи. Station Мамайка. The next stop is Сочи. Нельзя вещи оставлять. Кто-то подумает, что мало ли. Не будет. Хочешь, мандарин? Давай, как дуба. А бывает мандарин? Они разного цвета, бабушка. Разные? Да. А синего? И синего. И зеленого? И зеленый. А где их находят? Галак. Да, конечно, галак. А есть на море? Не знаю. Нам выходим. Станция Сочи. Сочи, следующая остановка. Ну, вот произошла магия YouTube. Я уже поделал свои дела, для которых приехал в Сочи. И иду по Новоогинской в сторону морского вокзала. Многие, ну не многие, спрашивали пару раз, почему в Сочи пальмы выше, чем в Лазаревской. Отвечаю на вопрос. Потому что они другого сорта. Это пальмы в Вашингтоне. А в Лазаревской в основном простые китайские веерные. С левой стороны вы видите высокие пальмы в Вашингтоне. С правой стороны вы видите финиковые пальмы. А снизу вы видите те кусочки, те кусточки, которые мы купили в санатории Одиссея в Лазаревской. Это у нас... забыл. Такая ученица у Светы была, как ее зовут? Ах, ну забыл. Короче, вот эти кусты, вот это вот мы купили в Лазаревской в Одиссее. Оно разрастается и цветет именно зимой в там январь-февраль в Лазаревской. Ну, в Лазаревской Чемитакваже тоже будет цвести. И вот сейчас оно цветет в Сочи на центральной улице. Сейчас мы подойдем к на площади, на самую центральную площадь Сочи перед администрацией Сочинского района. Тут у нас, вы видите, новогодние олени, которые, наверное, великолепно светятся у нас ночью, но мы тут ночью практически уже не бываю, я в Сочи вечернее время суток, но можно посмотреть, как это сейчас днем, тоже они как бы необычно выглядят, намного лучше украшают, чем Лазаревскую. Вот вы видите, слева у нас елки уже разбирают. Олени пока еще стоят. Новогодний праздник у нас закончился. Буквально вчера у нас был Старый Новый год. Вот что у нас, как украшают к Новому году Сочи. Вы видите, вот видно, как разбирают елки. И также на площади перед центральной администрацией Сочи вы видите... Так, раз, два, три. Четырехэтажное здание с рисунком Лев Яшин, Кубок Европы, наш 1960 году. Вышел недавно фильм «Лев Яшин», который вы можете посмотреть там в интернете или где там уже в кинотеатрах его уже не показывают. Я посмотрел, отличный фильм «Лев Яшин», рекомендую. Сейчас мы потихоньку с вами придем на морской вокзал Сочи. А это мы сейчас находимся... На самой главной центральной, сейчас мы, тут у нас будет написано 2020 площадь. Вот 2020, вы видите, видео ведется на панорамную камеру 360 градусов, можете смотреть во все стороны, не только на меня. И вот 2020, наш год, какие-то надувные снеговики, какая-то ярмарка, поет какая-то девушка, и мы с вами переносимся на площадь перед морским вокзалом в Сочи. Когда-то это были поющие фонтаны города Сочи,
единственные фонтаны, которые в Сочи в 8 вечера каждый день включали музыку, и они под музыку давали какое-то шоу-представление. Сейчас это, я не знаю, дают, не дают. Но сейчас главные фонтаны в Сочи, это у нас перед факелом, на площади перед факелом. Сейчас они летом, вечером тоже дают представление. Каждый день бесплатно вы можете посмотреть. А это те фонтаны, которые у нас были раньше, до тех фонтанов, которые построили к Олимпиаде Сочи 2014 года. Вот. Но они сейчас тоже тут и выше, и ниже все это работает. С подсветочкой, наверное, вечером. Но самое главное, это все-таки в Олимпийском парке. Ну, такая вот у нас красота в Сочи. Гостиница «Москва» когда-то была. Сейчас у нас Сочи Плаза, так ее не достроили к Олимпиаде. К Олимпиаде ее просто застеклили. А сейчас она, ну, так и так до сих пор и не открыли. Комплекс «Красная площадь». Вот за гостиницей «Москвой» Сочи Плаза. Сразу ЖК «Красная площадь». Это когда-то был, тут у нас и Борнео был, сейчас это уже KFC. Тут когда-то и РИС был, сейчас это у нас KFC уже. Так что вот такие вот у нас фонтаны. Пойдемте дальше. Вот мы подходим к нашему всеми любимому Петру Первому. Морвокзал уже совсем рядом. На зиму они закрыли агавы, вы видите. То, что закрыто, это у нас агавы. Это у нас Петр Первый. Давно его не мыли. И сейчас вы видите одну из ротонд в Сочи. Когда вы видите фотографии открытки в Сочи с ротондами. Оп, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Успел. Отлично, спасибо. Так, что? Вот. Не хочу, спасибо. Так, ротонда. На всех открытках, если ротонда, то это, или та, которая недалеко от цирка. Сейчас мы с вами поднимемся, вы увидите. Можете смотреть и наверх. Пальчиком просто вводите по экрану. И также можете смотреть, какая она богатая, как наверху это все выглядит. Тут у людей проходит фотосессия. Вот, люди кормят уток. Видно, сколько вот у нас какие-то... Сейчас у нас стало модно кормить уток. Вот, яхты. Сейчас мы немножко к центру пройдемся. Вот у нас... Видно, что за маяком сейчас видно, как птицы летят на юг. Наверное, будет попрохладней. Вот, у нас тут утки, голуби. Все хотят кушать. Вот так вот у нас такой вот красивый видон. И птицы все-таки летят на юг. Наверное, будет прохладнее. Вот прям видно, как они там плавают. Оп. А голуби не утки. Кто-то там кормит голубей, а здесь кормит чисто уток. Такой вот у нас тут начинается сейшн. Так, ну давайте пройдемся сейчас к самому этой богине мореплавателей. Сейчас мы придем к морвокзалу, морскому вокзалу, с фонтаном богини мореплавателей. Давайте посмотрим. Так, вот с левой стороны вы видите дорогу, за дорогой сразу парк, который перед морским вокзалом. Если вы приезжаете в Сочи, то обязательно сделайте в этом парке фотосессию. Очень там все красиво и живописно. Также переходите дорогу и попадаете... Вот наша богиня мореплавателей, которая стоит перед вокзалом морским, перед морским вокзалом в Сочи. Такая у нас богиня мореплавателей. Давайте по кругу ее обойдем, чтобы вы увидели. Тут даже она работает, и воду налили, даже все функционирует. Это не всегда такое бывает. Но сегодня нам повезло. Музыка, конечно, какая-то играет. Не всегда. Ну, YouTube не нравится, если вы не владелец музыки, а она играет в вашем ролике. И если вдруг ваш ролик монетизируется, то деньги от рекламы, которые вы получаете в этом ролике, если у вас есть музыка, в которых у вас нет авторских прав, то деньги он YouTube направляет именно владельцам музыки, а не вам на счет. Так что музыка — это не всегда. Ну, это хорошо, главное, если у вас есть права на ее использование. А если она так вот просто играет в вашем ролике, то за монетизацию получаете денежки не вы, а именно владелец этой музыки.
Сейчас я попробую для вас сделать новое ноу-хау. Так, попытка номер раз. Надеюсь, пройдет удачно. Все прошло отлично, отличный вид, все хорошо, отличная селфи-палка, улетает камера на 3 метра вверх. А вы знаете, что так жарковато, что даже расстегнул курточку. На самом деле на солнце припекает довольно-таки хорошо, по ощущениям около 15 градусов на солнышке, а в тени, конечно, прохладно. Тут у нас в Морском вокзале находится одни из самых таких магазинов. Max Mara, Louis Vuitton, Gucci, Articolia. Короче, тут много разных хороших магазинов. Также вот вы видите, и машины тут такие стоят хорошенькие. Хорошенькие машинки. Вот особенно мне нравится вот тут Jaguar F-Pace. Отличненький Jaguarчик стоит. Audi, Audi, BMW-шки. И сейчас мы через эти машинки, через эту мини-парковочку выходим на... Куда? На центральный фасад, на площадь, не площадь, тут просто уже непосредственно сама набережная, где рыбаки ловят рыбу. Что-то меня еще пока это не совсем нравится это мероприятие, но телескопическую селфи-палку я себе приобрел как раз для новой GoPro Max. Вы видели, какие возможности она дает, как можно камеру поднять на 2,70, считайте, на 3 метра. И рыбаков дофига. Вот, вы видите, сами прекрасно все видите. Люди прогуливаются, рыбу ловят. Ловят, но ничего не клюет. Мне кажется, самое клевое место это в Чимитакваджи перед гостевым домом. О, поймали, смотрите. Опа-на. Что за рыбу поймали? Кефаль? Вот, клюет кефаль. Сколько людей? Кто-то уже возвращается. Вы уже возвращаетесь или только пришли? Мы идем. Только идете. На вторую смену. А, скоро все поменяются потихоньку, да? Да. А что сейчас клюет в этом году? В этом сезоне? Сейчас что вы надеетесь поймать? А вот кефаль будет. Кефаль будет. Дяденька сейчас только что тоже кефаль поймал. И вы кефаль. Это все за кефалью, да? Чем это кваджа, рыбак ловит только ставриду, кефаль не ловит. Сейчас мы тоже вытащим свою удочку. Так, что-то не так интенсивно клюет, как хотелось бы. Кефаль. Что-то я видел, только один человек достал. Людей ловит много, но что-то особо никто ее не дергает. Так что, ну не знаю, еще пройдемся. А на проводе это зацепилось, это просто эта леска зацепилась за провод, да? Вот такие вот леска висит. Это что такое?
Это, ну, просто зацепилось, да? Цепка, да. Просто сорвали, да? Да, да. Понятно. Холодки там есть. О, еще один вытащил, кто-то одну вытащил, кому-то клюнуло. Кому-то клюнуло. Еще один тянет, смотрите. Оба-на. Ну что, поперло. Но сидит прям, все сидят. Мне кажется, что тут можно видеть все Сочи. Все сидят. Но клюнуло только у троих. Если хотите настоящую рыбалку, приезжайте к Чимитакваджи. У меня есть отзыв еще у кого-то. Вот, прям поперло. Поперло. Людям поперло. В Чимитакваджи у меня есть каяк. На каяке плавать. И ставрида все время утром хорошо клюет в любое время года. О, можно тут сделать селфи, как будто вы в космосе. Можете тут арендовать яхту покататься, с нее половить рыбку. Здесь уже, как вы видите, намного меньше рыбаков. Погода прекрасная. Ну, в тени там, конечно, сидят, но... А, нет их. Так вот, если панорамно смотреть, рыбаков там тоже очень много. Но особо они удочками что-то не дергают, я не знаю. Что в этом интересного? Напишите в комментариях, как классно сидеть и ловить, если не клюет. Что делать? Какие-то у них тут такие приспособления разные. Также вы, когда приезжаете, можете сделать селфи с морем. Сколько? Нравится, 2020 раз у вас будет. Что-то кидают. Можете купить себе яхту. Какую? Какую вы хотите купить? Чтобы не пугать ценой, QR-код сканируйте, попадаете на страничку. А, цены нету. Можете позвонить по телефону, если вдруг решите купить себе яхту. Что у нас еще? Тут у нас вот. No, thank you. No. На яхту кататься мы не пойдем, потому что мы катались тем летом. На этим летом, может быть, тоже прокатимся. Тут какой-то немножко бросали мусор в море. Рыбаков тут немножко меньше, но они на самом деле тут есть. Вы видите, сейчас потихоньку разворачивается великолепный вид на центральное здание Сочи. Вот что-то тянут. Тянут, смотрите. Клюет, наверное. Клюнуло? Не клюнуло. Что-то не клюнуло. Так, ну давайте, может, у кого-то клюнет. Давайте посмотрим, пройдемся. Какие-то у них тут такие приспособления непонятные. Оп, сейчас закидывать будет, смотрите. Далеко. Так, прилично. Так. О, что-то дергается у вас. Живое, да? Кефаль? Я думал, спинник. Это не дергается, а шевелится. Шевелится? Это вот сколько что сегодня сидите и ловите? Да что сколько? Ну, бывает и 5 часов посидишь и наловишь, а бывает целый день ни одной поклевки. Ага. Ну, сегодня уже сколько наловили? Да я сколько, не знаю, 3 поймал, 4. А сколько сидите? Ну, по времени. А зачем тебе это? Интересно. Я тебе говорю, можно целый день сидеть, ни одной поклевки не будет. А можно за 3 часа наловить.
Ну, я сегодня с 8 часов пришел. Ага. Закинул. 8 пришли, в 9 закинули. А почему 8 не закинули? Ну, так пока вытащишь чашки, все же собрано. Ага. Пока подготовишься, пока разложишься, да? Да, потом ты накидываешь. А почему там кучно сидят, а здесь так вот реденько? Там на удочках ловят, там а здесь спиннингами. А кто со спиннингами на удочку, там редко кто садится. Мешать будут друг другу. Технология, да? А вон там дальше тоже только одни сидят с удочками. Ага. Еще гуще, чем там, наверное. Да? Ну, пойду проверю. Спасибо. Давай, проверяй. Так, резюме. Человек пришел в 8, в 9 он разложился. Итого, сейчас у нас 1 час 6 минут. Оп, поймали. Поймали рыбу. Рыба. Крупная, да? Это мелочь. Это мелочь. Бывает и крупнее, да? Здоровый бывает, полулок. Ничего себе. А сколько здоровая весит? Может, и 1,5 килограмма, и 2. Ага. Нормально так. Это вас клюнуло или вы решили поменять? А, не будем мешать процессу. Не будем мешать процессу. Все-таки процесс идет. Кто-то тут, они тут друг за дружком пытаются не зацепиться. Короче, за 4 часа 3 рыбки. Это, но бывает, говорят, и за 3 часа придешь, за 3 часа сколько наловишь. Ну, конкретно сегодня, мне кажется, какой-то не клевый день. Но сейчас будет закидывать, смотрите, будет закидывать. Вот столько рыбаков в Сочи я вижу в первый раз почему-то. Сколько-то я раз не был на морском вокзале. Сегодня самый рыбацкий день. И получаются отличные фотографии на фоне морского вокзала. Ага, вот и удочки пошли. Это удочки. А какие-то птицы летят на север. Какие-то летели на юг, а какие-то летят на север. Непонятно, будет тепло или холодно. Клюет? Не клюет. А вот скажи, вот мне все хуйня. Я понял, весь процесс. Ты что там, выборы, не вспомнишь? Пускай. Это не мог он так видеть. Просто мне интересно. За твою мать получил? А, Люди. Скажи, за твою мать через сломать? Не, он еще рукой полез, баламута не надо, и не правил. А, за что? Это он нашим. Мне очень интересно. Вот интересно за что. Давай. Не понимаю, я не. А первый так вот мы сейчас догуляемся до конца, чтобы увидеть максимальный вид на морской порт, и после этого пройдемся перед парком, который я рекомендую посещение, обязательно делать там селфи перед морским вокзалом и между гостиницей Москва. Сочи, они назвали ее Сочи Плаза. Итак, вот мы уже доходим до края. Видим, сейчас человек с ключиком пройдет. Трык с моющим средством. И вот один из видов на Сочи. Мы сейчас окажемся сразу за вокзалом, перед парком, который с той стороны. Вот мы с вами телепортировались в парк перед морским вокзалом. Здесь когда-то до Олимпиады посадили здесь вот такой вот
они это называют черешневый лес. Давайте мы сквозь него пройдем. Сейчас, конечно, зимой у нас никто тут не валяется, а летом все время тут люди занимаются йогой, кто тут приходит на пикники. Отлично виден шпиль морского вокзала. Если мне не меняет память, то высота 76 метров. В этом парке собрано разное количество пальм, сортов. Количество и сортов разных пальм. Только сейчас я вижу, ну, три вида разных пальм. Пальмы бывают разные, но в Чимитакваджи в основном они самые простые пальмы, самые неприхотливые, ну, в Чимитакваджи, в Лазаревской. Поэтому у нас сорт не такой уж, и они вырастают не такие высокие, не такие толстые стволы. Но одно из самых лучших пальм, собранных, которые в Сочи на одном месте, это вот как раз в этом парке. Вы видите, какие здесь отличные пальмы в Вашингтоне. Ну, не знаю сколько. Вот как вот Сочи, наверное, появился. Ну, когда тут уже начали тут колоссально делать парки, разрабатывать, так сразу их тут и посадили им уже, ну, прилично сколько лет. Вот, сейчас я по дыму сделаю вам телескопическую прогулку. Итак, если вы живете в Лазаревской или в Сочи, купив билет на электричку, вы приезжаете в Сочи. Из Чимитакваджи электричка до Сочи идет около 1 часа, из Лазаревской до Сочи электричка идет около 1:15. Сейчас 15, сейчас 20. Может быть, идти и 1:30. Сегодня мы ехали с вами на электричке, которая останавливается Лазаревская, Чимитакваджа. Так, Лазаревская, Чимитакваджа, Якорная щель, Лао, Дагомыс, Мамайка, Сочи. Эта электричка, как бы, у нас считается скоростная. Она идет очень, ну, как бы, она идет как обычные электрички, просто она не останавливается на половину станций. А есть электрички, которые останавливаются вместо 5 станций, они останавливаются на 12 станциях. Они между каждой станцией еще там 3-4 остановки, на которых они не останавливаются. Так что есть электрички, которые идут по времени дольше, просто они, скорость у них такая же, просто они на каждой остановке по плюс 2 минутки останавливаются, поэтому сверху еще плюс 20 минут. Как бы она идет поэтому дольше. Так что подписываемся на канал. Ставим лайк, в комментарии пишем, какой обзор вы хотите увидеть в Лазаревской, от какой улицы дойти до моря, или что-то вам какое-то интересно, чтобы посмотреть какую-то определенную экскурсию. Я сейчас собираю это все, записываю, и к лету делаю небольшой список, чтобы вам показать вот такие вот великолепные обзоры по Сочи. Так что подписываемся на канал, ставим лайк и пишем в комментарии, что вы хотели увидеть в таком формате Сочи, Лазаревская, Чимитакваджа. Ну, пока мы с вами прогуливались возле морвокзала, елки в Сочи уже совсем разобрали. Вы видите, тут стояло у нас пару елочек, которые уже совсем разобрали. Ну и скоро дойдет и до этой елки, до главной елки в Сочи. Теперь уж точно пока.